Камарджоба, Україна. Я прилетіла. Я Тамара Качачіладзе. На конкурсі Євровидіння я представляю Грузію со своєю піснею «Keep the Faith». Мой отец Гиви Качачіладзе жил и работал 15 лет в Киеве. Он основал эстрадно-симфонический оркестр украинского телевидения и радио. У него очень много воспоминаний, очень много теплых воспоминаний. Поэтому мне очень приятно будет увидеть эту страну. Я уже не первый раз пробую свои силы на Евровидении, и наконец-то мне повезло, и я надеюсь, что Украина мне поддержит. С любовью, Тамара. Целую. To hide behind the veil. Who told you to get out of the way? Don't you let them steal your dreams. Feel the courage, spread your wings and breathe. Keep the faith, keep the faith. Remember, you're not alone. Hold my hand and come along. You keep the faith, keep the faith. Don't let nobody turn you down. Even if the world is rough. Who told you that I reached the point with no regret? Told you that my life is a book of fairy tales. I have lost many times, but I never lose my hope. Keep the faith, keep the faith. Remember you. Надія Грузії на Євробаченні. Тако Качачіладзе. Дякую.